Всем привет, друзья! Вы на канале Duda Play, и мы продолжаем. Мы даже не продолжаем, мы начинаем игру под названием «Один блок». У меня есть такой вот один блок, который я буду разрушать, и там будет что-то появляться интересное. Давайте проверим. Разрушаем. Опа, смотри. Что мы добыли? Добыли мы дубовое бревно. И у нас еще земля есть. Давайте немножечко я сейчас отойду. И сделаю немножечко вот так вот. Ах, не хватило все равно, да? Мне нужно лопату сделать. Ладно, добываем дальше. Дерево, конечно, тяжело добывать. Опа, нифига, сундук. У нас есть сундук. Давайте откроем что-то. Семена арбуза. Палочка, красный краситель. Так, ничего интересного нет. Ладно, давайте добудем этот сундучок. Так, ждем. Опа, еще один. Еще один. Нет, земля у нас. Опа, еще одна земля. Еще одна земля. Еще одна земля. Так, знаешь, что сделаем? Я сейчас сделаю так вот. О, нет, я упала. Тут разве можно падать? Ребята, я тут все потеряю, что ли, все? О, нет. Возродиться, а? Ох ты, нифига себе. Тут можно падать, оказывается, было. Я не знал. Ладно. Блин, мне теперь придется все рукой это делать. Как печально. Ну, ничего страшного. Ух ты, это что такое? Это чё, это комок глины? Прикол. Ладно. О, 10 уровень, что ли, у меня? Стейдж. Так, ладно, знаешь, что делаем? Сразу мы сейчас добудем дубовые доски. Сделаем мы первый верстак свой. Так, это надо все сразу забрать мне. Так, верстачок ставим. Блин, знаешь, по-другому будем делать. Ладно, давай дальше доберем. А что тут есть? Так, глина опять эта бесконечная. Земля. И опять глина. Ой, надо мне потихонечку домик тут как-то сделать. Домик и все прочее. И обнесу-ка я все землей здесь. О, вот здесь так что уже получше. Дальше добываем материал. О, дерево. Мне надо будет всякие инструменты, слушай, взять. Ну хорошо, он хоть более-менее быстро добывается. Так, а ну-ка здесь что? О, тюльпанчики всякие. Есть еще семена арбуза. Вот, и арбуз обязательно. Куда-нибудь посажу. Опа! Так, что написано? Put your times info. Непонятно. Давайте дальше достраивать домик. Так, мне нужно будут материалы. Дубовое бревно берем. Так, вот у нас есть много вот деревяшек. У меня задача, короче, давайте сделаем, знаешь как, потихонечку будем строить нашу большую-большую империю. Империю? Ну, не империю, как бы. Будем строить, ребята, мы домик. Вот, уже хорошо что-то получается, уже что-то уже лучше. Ага, и сразу и верстачок я сюда поставлю и сделаю я здесь... А, у меня есть, оказывается, этот самый сундук. Ладно, все, сюда сундучок я положу. Пусть здесь лежит. Дальше пойдем добывать. Ух ты. You lose, you eat them, you fail. Что-то написано, что ты... Типа, что-то не получилось, не знаю, что там. Что там написали? А если когда пойдет камень? Я ж, получается, камень... О, тыква. Есть. Тыквочка. Так, а ну-ка, знаешь, что мне надо сделать? Мне надо сделать свои новые хотя бы какие-нибудь инструменты. Для этого берем палочки, сейчас сделаем. И сделаем... Давай топор сделаем сначала. Деревянный топор. Потому что-то тут много очень дерева. Есть топорик. Еще сделаем деревянную кирку. А, и на всякий случай сделаем лопатку. Так, уже ночь. Ну ладно, пошли добывать. О, интересно, смотри, как быстро стало добывать. Много всего интересного. Так, земля пошла. Добываем землю лопаткой. Хорошо, смотри, как быстро добывать стало. Ух ты! Ребята, свинья. Она мне будет здесь мешать. Поэтому надо будет как-нибудь что-нибудь придумать. А что у нас тут по дереву? По дереву ничего нету, да? Надо бы куда-нибудь мне эту свинью с вами, ребята, подальше
разместить. Она мне будет мешать, я думаю. Давай ее позовем. На тебе арбузик не хочешь? Тыкву тоже не хочешь? Так у меня тут больше ничего нету тебе. Ой, а что любят эти самые свиньи? А свиньи любят эту самую, как его, господи. Давай мы ее убьем. Или не будем убивать. Или пусть будет останется жить. Ну ладно. Ребята, будем на этом заканчивать ролик. Что делать свиньей, напишите мне в комментариях. А мы заканчиваем серию. И ждите, скоро будет выйдет новая серия. Один блок. Всем пока-пока. Так, смотрите, есть в магазине продается пробиватель дверей за 400. А есть поедатель тортов. Вот не знаю, что купить. Поедатель тортов, с ним легче прорезать путь через гигантские двери. Либо пробивать. Ну давай пробивку возьмем, а потом возьмем поедатель тортов. Сначала с пробивочкой. Посмотрим. Посмотрим как. Ох ты. Смотри, как он уворачивается, этот заяц-то. Очень хорошо уворачивается. Так, Гэндальф. Так, не долетело до тебя. Прости, чувак. Вот. Да, пробивает хорошо. Теперь поедатель тортов еще нужно прокачать. Так, ракета. О-о-о. Так, ладно, сейчас возьмем перчатку. Так, мало-мало перчатка, всего лишь 3 удара дает. Во! Так, и чё там? Проели мы кого-нибудь, нет? Не знаю. Я так особо еще пока не догадался, как с этим поедателем. Поедателем червей. Червяком, как там играть с ним. Еще пока я до конца не понял, что делать надо. Так, заходим в магазин, посмотрим, что здесь есть. Полицейский надзор, либо бодибилдинг взять. Ну, давай возьмем бодибилдинг, купим. Он пригодится нам. Сейчас мы попробуем желейного этого щелкнуть. А-а-а, пролетел. Ну, я думал, что получится. А нифига. О, Гэндальф, Гэндальф. А, профукали Гэндальфа. Но не всегда, конечно, Гэндальфа получается нам щелкнуть. О, есть. О, да, червячок, червячок, червячок. Опа. И что там, кого-нибудь съели мы или нет? Тоже непонятно. Бочки. Так, так, так. Что-то мало монет заработали. 20 тысяч всего лишь. Гэндальф. Да, ну давай, Гэндальф. А, профукал опять Гэндальфа. Ракетка. Надо ракетку прокачать, чтобы повыше. О! Ну. Мне кажется, что-то я не то делаю с этим чуваком. Что-то не то. Да, надо проедатель тортов купить. Ага. Так. А сколько там проедатель тортов стоит? 600, а у меня 300 пока. Ну ладно. Ну вот, у нас есть 148 тысяч. И я, возможно, открою сейчас новую машинку. А, ребята, так я хотел танка открыть. Но у меня еще есть вот такая вот сумасшедшая быстрая формула. Если мы открываем формулу... Оп, давай приобретаем. Да. Формулу мы купили, приобрели новую машинку, новую тачку. Так, а на танк у нас не хватает совсем немножко. Но мы это насобираем. Насобираем, ребятушки, без проблем. На формуле-то. Так. Смотри, какая формула, а. Прикольная машинка. Так, ну все, сейчас мы соберем денег на формуле. Фига, как она быстрая. После формулы мы обязательно купим танк.
что я формулу должен был купить. Должен был приобрести, конечно же. О! Какая она быстрая машинка. Да, это без прокачки мне. Уже 500 метров мы проехали, да ну. Так быстро. Ага, вот это формула. Слушай, я с ней, наверное, попробую поиграть в команде. Потому что я чуть никого не видел, чтобы эта формула была. Гонит она прям вообще. Скорость развивает. Давай посмотрим. На 900 метров. Час, да? 900 метров в час? Или в минуту это время? Ага, наверное, в минуту, слушай. 1000 метров в минуту, нифига. Правда, что ли? Какая она быстрая. Вот эта формула. Офигенская тачка просто. Да, это... И это, ребята, без прокачки. Она такая быстрая. С ума сойти. Так, заехали. Вот здесь нормально. Спокойно мы заехали. Что страшного? Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Давай-давай, ускоримся. Есть, молодец. Вот это болит. Вот это формула. Ох ты, от нее что-то еще, смотри. Видимо, какая-то запчасть выпала. Ну, смотри, у нее оказывается очень слабенькая мощность. У формулы. Надо будет какой-нибудь гаджет поставить. Да. Давайте сделаем повтор. Есть у нас детали на нее. Магнитик, колесики, ускоритель дым. Ну, давай, знаешь, что мы сделаем? Что поставим? Магнитик. Нет, не магнит. Зимние шины. Вот ее мы прокачаем сейчас.